Скажите, что это? Да, да, будем говорить. Первое. Веночки. Нет, нет, для чего это делается? Это точки для снятия мигрени. Момент приступа. Значит, точка раз располагается в ямке между лобной теменной и височной костью, костями. Между теменной, височной и лобной костями в ямочке у начала шва. Вот она. Движение осуществляется средним пальцем по часовой стрелке с легким надавливанием. Лево-право значения не имеет, не зависит от места локализации боли. Можно делать вместе, можно делать по очереди, можно вообще делать сначала с одной стороны, потом с другой. Точка раз, вторая точка, середина брови, середина глазницы верхней. Тоже делаем по часовой стрелке до 7 секунд. Третья точка, берем место передней границы роста волос, вертикаль от середины брови вниз и полсантиметра в сторону. Вот она. Дальше точка. У основания носовых ходов. Вот она. Ну, вот все, пожалуй. То есть сколько точек в общей сложности? Раз, два, четыре. Покажите их еще раз. Значит, вот сейчас делаем раз. Два. Три. Четыре. Точки воздействуются при приступе мигрени, и как профилактика можно использовать время давления до 7 секунд, количество раз, когда мы возвращаемся, до 7 раз. Если мы проделали 7 раз с одной стороны, можно проделать 7 раз с другой стороны, точно в таком же расположении. Направление против часовой пояса. Часовой стрелке. По часовой стрелке. Спасибо.